среду в Самарской области облачно, местами пройдет небольшой дождь, 9-11 градусов днем, ночью 4-6 выше 0, ветер северо-восточный 4-6, порывы до 14 метров в секунду. В Сызрани пасмурное небо, осадки в виде небольшого дождя, днем плюс 10, ночью плюс 6, северо-восточный 6 метров в секунду. В Тольятти облака и дождь, днем плюс 10, ночью 5 выше 0, северо-восточный 5 метров в секунду. В Самаре пасмурно и без осадков, плюс 10, в дневное время ночью плюс 6, северо-восточный ветер 6 метров в секунду, атмосферное давление повышенное 763 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 39%, внимание, малая геомагнитная буря. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.